Попробуем наглядно сравнить картинку, которую фиксирует бинокль Yukon 12 на 50 с постоянной кратностью и бинокль Yukon 8 24 на 50 со значением увеличения, установленным также на 12. Вы можете видеть, насколько более яркое изображение получает бинокль с фиксированным увеличением. Кроме того, если мы продолжим повышать кратность на приборе с зумом, картинка в нем начнет темнеть еще больше. Еще одно существенное отличие приборов с функцией зум – априори узкий угол обзора. При сравнении бинокля с увеличением 12 крат очевиден проигрыш панкратического. Его угол зрения существенно уже и не дотягивает до значения фикса – 5,3 градуса. Даже на относительно обзорных увеличениях 8-10 крат с ним не получится вести наблюдение широких панорам окружающей местности.